Всем привет! Сегодня будем обозревать мод стрелков. Это модификация на силовую броню стрелков. Окрас. И новая локация. Вот она. Так, 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 так. Вот здесь вот. Это таможенная башня. Фанел холл. И почтовая площадь. Так. А перед началом поставьте лайк и оставьте комментарий. Ну все, пойдем, Валентайн. Так, что тут у нас? А, тут обрушен, походу. Мать. О, блин. Хорошая пушка, да? Так, у нас здесь крышка. Крышка. Еще крышка. Так, ну-ка пойдем. Смотри, да, как они. Ох ты, черт. А здесь у нас пятаки. Пятаки, все. Пошли! Опа-на там. Петушиные бои начались. Черт, смотри, они, блин. Эй, Валентайщик, ты где там, блин? Мутант, блин, на. Оба-на. Чё там еще? Ой, блин, нам подлечиться надо, ё-моё. Так, антирадин и вода. Get away, motherfucker, shit! Да, не говори, блин, вообще, блин. Осторчертели. Так, чё, вот сюда нам надо, да, получается? Чё, download? Чё-то про ключ, короче. Типа, или не потеряй, или чё. Короче, здесь ключа нету. Он, наверное, у кого-то из этих индейцев. Крышка, крышка. Рея. Это чё у нас? У нас обмана люк по трубам. Так, ну блин, не может же быть все так просто, чтобы у какого-нибудь чувака здесь рандомного был бы ключ, да? Ну-ка. Вот она как раз, это под силовую. А где это чепушило-то? Так. Вот ты, блин, смотри, какую, блин. Это, походу, этот. Канализация Бостона, да? Да. Ну-ка, здесь, наверное, да? There we go. Нет. Это 2077. Типа, в две смены, короче. На работу. Короче, это честная, походу, честная. Так. Ну-ка, здесь. Got it. А, блин, тоже ничего нету, да? А, кстати, кто-то же просил и спрашивал, почему у меня вот коготь смерти получается с двух пуль. Потому что это страж смотрителя с двойным уроном. Плюс прокачан перк. Эксперт по карабинам. Ну и там кровавая баня чуть-чуть есть. Поэтому он с двух пуль. Иногда даже с одной получается его вынести. Ну, понятное дело. Так.
аккумулятор, пакет крови. Не знаю, нужен был, не нужен. Хопана. Он типа... Привет! А знаете, на что это, скорее всего, отсылка? Кто смотрел сериал «Побег»? Не российский, а американский. Помните там этот... смотритель ихний? Когда они, получается, дырку... Вот так вот дырку проделывали, вот, допустим, вот из здания в здание, и наткнулись на трубу вот такую здоровую. И вот они, получается, вот так вот вырубили, получается, воду, насос. Тут прорезали дыру. Вот здесь дыру прорезали. Но насос-то он будет как бы не вечно отключен, правильно? Надо будет же по-любому включить его. И вот они решили вот сюда трубу вот так протащить. И сквозь трубу, короче, нырять, допустим, ну вот в это вот помещение. И в один, короче, момент брат, короче, главного героя и вот этот вот, получается, смотритель, забыл, как его зовут. У них, короче, бац, слетела вот эта труба, и они не смогли ее сюда, короче, в дырку протолкнуть. И этот брат, короче, вылез, и этому говорит, давай вылази. И тот, короче, думает, да ну нахрен, сюда занырнул. И, короче, сам самолично трубу протащил. И его, получается, потоком воды, короче, скорее всего, вон туда вот унесло. Ну, мне кажется, не знаю, может, не на это отсылка, но, скорее всего, на вот это. На побег. Так, ну что-то мы отвлеклись. Так, ну-ка, там же еще же место есть. Ага. Опа, пулемет. Крышка. Вот она. Записка. Так, а давай-ка мы попробуем с переводом. Перевод. Подумайте о жидком золоте, которое текло по этим трубам. То есть они, наверное, думали, что здесь золото было. Команда не хочет работать. Продолжайте. Говорит, что запах горклый какой-то. Что за ублюдки? Разве они не знают, что воду нужно очищать, чтобы она не пахло плохо? Любительский час, то есть тихий час. Когда насосы заработают, мне придется собирать крышки тысячами. Короче, стрелки тупят. Видать, наверное, подумали, что по этим трубам не говно текло, а этот, типа золото или еще что-то. Ну, хотя я не знаю, ну так же отупеть нельзя же, прям вот так вот, ну, настолько же. Вот, собственно, получается, так, ну это антирадин. Так. Но у них, получается, махач за что-то был, да, с мутантами. Ну-ка, давай пойдем к мутантам. Так, давай-ка леер возьмем. Кстати, тоже пушка из модификации. Пишите, если кому интересно, я ее покажу, где взять. Так, ну-ка. Chained on the other side. Ух ты, блин. I hear something. Хоба! Лучше б тихо себя вел. Хоп. Легкий замок. Замок тоже прокачанный до конца. That's it. Так, что тут? Жетоны, винт. Короче, ни хрена здесь нету. А ну-ка сюда. Или мы подожди. А, да, сюда. Бывает. Потрошитель. Да ты чё? Офигеть, блин. Короче, это их не это. А это, скорее всего, может отсылка на этого из Fallout 3. Помните, тот карлик был? Его надо было спасти, коротышку. И он тоже с ним болтал. Ну-ка. Оба-на, вот и коротышка. И ключ. Ну-ка, валентайщик, пошли. Вот он в моей броне лазит, блин. Ты чепушила.
Давай, давай, давай! Вот она, силовая броня. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну и все. Открываем и идем сюда. Ну и не понял. А, тут целая куча крышек. Все, толстяк. Давай. А вот и башка. Perfect. Уменьшение урона суперов на 15%. Лазерный. Ай, блин, нафиг он нужен был. Ну все, в принципе. О, кажется, у меня, блин, перебор. Ладно, придется так идти до базы. Ну вот и все, в принципе. Мы нашли броню, точнее это обычная броня Т-45, но окраска получается этих стрелков. А подожди, Валентайщик, может тебе перекидать? Эй, hey, I'm listening. Одежда. Раз, два, три, четыре. О! Ну-ка двигайся, о, нормально. Вот, а я что-то даже и забыл, что можно либо на осла, либо на этих перекидать, блин. Вот, так что все, подписываемся, ставим лайки. Пойдем еще какой-нибудь мод поищем. Ну, по крайней мере, мне понравилась здесь целая локация новая. Все, всем удачи.